Специалисты утверждают, третья волна коронавируса наступила. Эксперты призывают вакцинироваться, тем самым обезопасить и себя, и других. Однако что делать, если не успел привиться, а запахов уже не чувствуешь? Наша коллега Елизавета Сипайлова болеет вторую неделю. К врачу обратилась с трудом. Для того, чтобы попасть на прием, пришлось около 30 раз слушать короткие гудки в телефонной трубке. После личного приема врач прописал обильное питье, противовирусные препараты и грудной сбор. Температура держалась стабильно. Елизавета решила проконсультироваться со скорой помощью. Так сильно я еще ни разу не болела, поэтому то, что держится температура, показалось мне странно. Я решила позвонить на скорую помощь, узнать, как бы нормально или ненормально. Мне дали телефон для консультации специально. Я говорю так и так, у меня какие-то симптомы, температура не спадает, нормально ли это. Мне сказали, чего вы хотите, мы что, волшебники что ли? Весь мир с этой болячкой борется. Лечитесь, что я могу вам сказать. При том, что, повторюсь, тест не делали, тест мне не назначали, как КТ. Врач уверил Елизавету, что температура будет держаться 10-12 дней, и это нормально. Девушка сделала рентген, хотя, как уверяют специалисты, COVID-19 таким образом увидеть нельзя.